Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. По-вашему, мы строим свою судьбу сами или все-таки Вселенная всем распоряжается? Был мужчина, которого не ценила, бросила его, теперь долгое время жалею. Примирения он не хочет, после него в моей жизни никого хорошего не было. Вот сейчас меня терзает вопрос, все-таки это была не моя судьба или я просто по дурости ее пропустила. Смотрите. Поскольку вы обратились именно к психологам, да, вот, то я все-таки думаю, что с точки зрения психологии, вот именно все-таки человек распоряжается сам своей жизнью, и, если честно, мне кажется, что все идеи про судьбу и прочее, да, вот, ну, в моей практике приводят только к перекладыванию ответственности, вот, к мистификациям и прочее, вот, то есть, ну, ничего, как бы, позитивного для человека я не вижу в том, что он верит в судьбу и так далее, потому что, ну, получается, как бы, так, что человек, да, вообще особо ни за что сам не отвечает. Вот. И, на мой взгляд, все-таки, вот, ну, исходить из позиции, что есть вот, только, ну, воля, да, собственно, человек, куда более корректно, куда более адекватно и так далее. Вот. А с другой стороны, то, что вы описываете, вот то, что вы описываете, да, на мой взгляд, связано с тем, что вы боитесь близких отношений. Вот, у вас есть, знаете, как, в той или иной степени, да, у вас есть запрет. У вас есть запрет на отношения, вот, близкие, на мой взгляд, у вас есть. Вот. И именно вот, по этой причине, как я думаю, вы не ценили мужчину, и после этого никого больше к себе не подпускали. Вот. А потом, да, еще, жалели и жалеете о том, что, что вот, отпустили, да, бросили этого человека и так далее. Вот. Поэтому я думаю, что тут все дело исключительно вот в вашем таком вот, если угодно, позиционирование себя, вот, здесь, если угодно, вот, все дело в том, как вы относитесь к себе самой, и как вы в целом, воспринимаете мужчин,
да? И в целом, что значит для вас отношения? Я думаю, что вот на эти вещи вам нужно найти ответ, и тогда, я думаю, в общем-то, все будет понятно, и отношения вы сможете, ну, построить такие вот, какие вам хочется. Вот, и, значит, не будете, ну, переживать вот из-за тех моментов, да, которых переживаете сейчас. Вот. Понятное дело, что если мы как-то вот, ну, признаем, да, факт того, что человек ответственен за свою жизнь, вот, то, ну, мы неминуемо приходим к тому, что у вас есть определенные проблемы, которые нужно решать. Вот. Не каждый человек может вот это признать, да, не каждый человек может с этим согласиться. Вот. И, в общем-то, я думаю, что отчасти по этой причине вы продолжаете себе как-то, ну, объяснять, вот, что дело именно вот ну, дело в судьбе. В какой-то степени, я думаю, дело в этом все-таки. Вот. Я, опять же, ни в коем случае не настаиваю, вот, но просто хотел бы, чтобы вы вот рассмотрели для себя такую, ну, такую возможность. Вы рассмотрели для себя такой вариант. Вот. Значит, негативная установка, запрет на близкие отношения, там, построение крепких отношений, брака, вот, корректируется психологом, равно как и работать, ну, можно работать с вашей самооценкой. Вот, значит, помочь вам найти именно ту модель поведения женского, которая наиболее, так скажем, соответствует ну, вашим ну, представлению, да, о том, как вот, ну, выстраиваются отношения, да, и так далее. Вот. Я думаю, что все это корректируется. Вот, я думаю, что все это, значит, поправляется, а в то же время. Очень важно сказать такой момент, что ведь когда человек думает, что, ну, допустим, это когда человек думает, что от него ничего не зависит, да, вот, что нет ощущения, ну, свободы.
А когда человек понимает, что все находится в его руках, да, вот, то я думаю, как раз таки становится гораздо ну, легче, вот, гораздо свободнее становится. Вот. Ну, условно говоря, дышать там становится. Вот. И, в общем, я думаю, что все как бы приходит на свои места. Только нужна определенная работа. Над собой. Но давайте пока что мы постараемся вот что называется немножечко субъективизировать то, что вы описываете. Вот. Да, давайте попробуем это сделать. Значит, вы говорите, значит, сначала, что, значит, ну, условно, существует ли судьба, да, или человек сам распоряжается своей жизнью. Почему это важно? И как вы пришли к тому, чтобы задать такой вопрос? Это первое. Второе. Значит, что если существует судьба? И самое главное в этой ситуации, если судьба существует, как вы могли его упустить? Второй момент. Что будет, если судьбы нет? И если всем распоряжаетесь вы? Да? Что тогда? Дальше. Дальше идем. Вы говорите, значит, что был мужчина, да, которого вы не ценили. Почему вы его не ценили? Вот. Из-за чего? Ну, из-за чего условно? Вы его бросили. Вот. То есть, ну, какие основания у вас были для этого? И как вы пришли потом к тому, чтобы жалеть о сделанном выборе. Вот это очень все важно понять. Вы говорите, никого хорошего в моей жизни не было. Вы говорите об этом так, как будто от вас ничего не зависит. Это не совсем так. Значит, по какой-то причине вам выгодно, вам хочется сбросить с себя ответственность за то, что вы сделали. Но именно так, и только приняв личную ответственность, можно получить возможность на изменения. В случае, если есть судьба, никакой надежды на изменения нет, всем управляет судьба. Вот. Поэтому давайте вот ответим на все эти вопросы. Вы пишете, меня терзает вопрос, а все-таки это была не моя судьба, или я просто по дурости ее пропустил. Ну, как можно пропустить судьбу, да, непонятно. И в целом, что значит судьба?
вот есть ощущение, да, что вы пытаетесь себя определить за счет мужчин. Это означает, что вы сами не определились. Ну, не хватает у вас самоопределения. Ну, что ж, можно помочь вам это сделать, найти себя, поискать. И я думаю, что, опять же, ситуация нормализуется. Поэтому ваш вопрос, это запрос на психотерапию. Вот, если вы верите в судьбу, то вам нужно обратиться к эзотерикам. А с точки зрения психологии, мы работаем с науками и поведенческими паттернами, вот, значит, которые, в принципе, ну, знаете, как, ну, описаны, да, вот, обусловлены, в общем-то, вполне закономерными явлениями, которые можно, ну, вполне себе поисследовать, да, вполне себе изучить, и все будет понятно. На этом все. Я желаю вам удачи. Вот. Я желаю вам всего самого доброго. И буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Обращайтесь.